Привет. Демонстрирую несколько вариантов приветствия солнцу из традиции аштанга виньяса, тип А, по возрастанию сложности. Вот этот самый простой будет первый вариант. Руки поднимаю вверх, затем опускаюсь вниз в наклон, затем голову вверх и прогиб. Отшагиваю назад и ухожу в зайца. Это прям такой самый расслабленный вариант, даже видите, с зайцем. Кошечкой под заборчиком подшагиваю, проползаю точнее вперед, выхожу в кобру и в собаку мордой вниз. Собаки мордой вниз провожу от 3 до 5 дыханий. Ну, в классике обычно бывает 5, но я стараюсь быть гуманной и говорю, что несколько дыханий, скажем так. Возвращаюсь вперед, голова вверх, прогибаю грудную клетку. Дальше опускаюсь вниз, вот танасану в наклон. Руки через стороны вывожу вверх и завершаю. Следующий вариант. Чуть-чуть уже с нагрузкой побольше. Снова руки через стороны вверх, снова опускаюсь вниз, вот танасану в наклон. Поднимаю голову, раскрываю грудную клетку и ухожу назад в позицию аштанга намаскар, то есть опускаю колени и подбородок и грудь на пол. Вот это она. Из нее снова выползаю в кобру и в собаку мордой вниз. Отвисеться в собаке мордой вниз, насладиться, скажем так, ею. И дальше подшагиваю к ногам, голова вверх с прогибом в грудной клетке. Вниз складка, спрятать нос в колени. И через круглую спину. Руки через стороны вверх. И завершаю. Пришла собака, уши по ветру. Куда без нее. Третий вариант. Руки снова через стороны вверх, снова наклон. Тут все по тексту, все одинаково. Можете сгибать колени, а можете и нет, в зависимости от гибкости вашей задней поверхности бедра. Снова голова вверх. И теперь уже делаю чатурангу. Из чатуранги в собаку мордой вверх выхожу. И из нее в собаку мордой вниз. Собаке мордой вниз. Наслаждаюсь, расслабляюсь. Кто бы мне сказал, когда я начинала заниматься йогой, что собака мордой вниз – это расслабление. Дальше подшагнула вперед, голова вверх, наклон вниз. Вылезаем руки через сторону вверх. И тадасана. Самастхити. Завершили. И последний вариант, ну типа самый сложный, с прыжком. Такой, то, что считается как раз классическим вариантом в аштанга виньяса. Традиция. Прыжок в чатурангу. И собака мордой вверх, и собака мордой вниз. Прыжок должен обязательно приходиться на согнутые локти, да, чтобы не было как, такого прыжка как бы в жесткую планку, соответственно, чтобы позвоночник у вас в трусы не осыпался. Ага. Прыжком же возвращаюсь обратно вперед. Голова вверх, складка. Руки через стороны вверх. Встаю и завершила.